Дорогие друзья, мы с собакой Мартой вас приветствуем. Знаете, вы частенько у меня спрашиваете, какое твое любимое животное? Кто больше всего нравится? Кого больше всего любишь? В общем, расскажи. И я скажу вам так, любимого животного у меня в семье нет. Я люблю всех своих животных, птиц, кошек, собак. Всех люблю. Они все для меня маленькие, пернатые, пушистые дети. Да? Но я могу выделить одно животное, которое является для меня не просто животным, а настоящим другом. Настоящим другом, который... Там никого нет, Март, ты чё? Медведя увидела, что ли? Которая со мной всегда рядом. И это, безусловно, моя красавица-помощница, которая всегда находит новых животных. Собака Марта. Понимаете, возможно, я мог бы так сказать про какую-либо из птиц, но дело в том, что никакая птица не пойдет со мной в лес, в поля, во враги, в какие-то там кусты, искать других животных и просто сопровождать меня, где бы я ни был. Собираю ли я ягоды и грибы, или просто пошел в магазин. Вот. А собака Марта эту роль исполняет просто, просто прекрасно, да? Ну, вот. И поэтому многие моменты жизни, многие эмоции связаны именно с Мартой. Иди сюда, иди сюда, иди ко мне. Птицы, конечно, являются же стаей. Они в первую очередь ждут меня, чтобы я обслужил их. То есть дал покушать, попить, убрался в комнате. Но они прекрасно живут без меня. Общаются друг с другом, летают, кудахчут. Вот. И я им нужен как обслуживающий персонал. Вот. Собака же Марта – это поистине верный друг, соратник, товарищ. Я бы даже сказал, это... пушистый человек. Это не животное, это настоящий человек. Вот. Друзья, этим летом я снял небольшое видео. Мы ходили с Мартой за грибами, за ягодами и просто гуляли на дальние расстояния. И, конечно, для моей пушистой девочки это была неимоверная радость. То есть уйти неважно как далеко, но главное со своим папкой. В общем, посмотрите это видео, и вы сразу поймете, какое, кто из животных мой самый верный друг. Повторюсь, люблю всех, и птиц, и кошек, но они меня воспринимают больше как подай, принеси, обслужи. А лучший друг человека прямо перед вами — собака Марта. Приятного просмотра!